Галиченко, гість нашої післяматчевої студії. Вітаємо вас з перемогою команди. Чи задоволені ви малюнком гри, яку сьогодні ваша команда продемонструвала? Ну, временами да, но прежде всего, конечно, довольны тем, что добились результата, который нужен был, потому что ситуация такова, что нельзя терять очки. И несмотря на то, что нам приходится все-таки изменять состав для того, чтобы подготовиться к следующим играм, которые у нас в этот период довольно-таки часто, поэтому все ребята, которые вышли на игру, они выполнили то, что мы от них просили. И, на мой взгляд, мне, конечно же, очень нравится, что мы создаем моменты, и их достаточно для того, чтобы забивать мячи, но не очень хорошая реализация, к сожалению, этих моментов. Конечно же, в футболе не бывает стопроцентной реализации, это абсолютно понятно, но хотелось бы, чтобы было немножко поувереннее в завершающей стадии. Сьогодні ви випустили на поле двох номінальних нападників, хоча Артем Бісєдін діяв більше із глибини поля, більше як центральний атакувальний півзахисник. Це ваше нове ноу-хау, яке ви будете впроваджувати в наступних матчах, чи просто не було гравця на його позиції? Діло в тому, що для того, щоб команда прогрессировала, она должна иметь на вооружении не одно тактическое построение, и мы стараемся в зависимости от соперника, от той ситуации, которая находится, игроки в команде, во-первых, давать всем, чтобы они были в игровом тонусе, и во-вторых, искать что-то, ну, предъявлять свои как-то свои козыри для команды соперника. Поэтому мы планировали такую игру, и я доволен так, как они, в общем-то, сыграли. Звичайно, що ви спостерігали в першу чергу за діями своїх підопічних, але при цьому є у складі команди Дніпро один орендований футболіст Владислав Супряга. Як ви можете оцінити його дії сьогодні на футбольному полі? Ну, исходя из счета, даже исходя из самой игры, то, что мы сыграли в обороне достаточно надежно и, в принципе, не дали создать, может быть, в конце был тот момент, который был очень опасный, то, в принципе, Супряга, он очень старался, но, наверное, не показал то, что он способен. Сьогодні знову були суперечливі моменти із положенням поза грою в момент з першого тайму, там де була дуже сумнівна ситуація. Взагалі, ось ваша персональна думка з приводу того, чи потрібно впроваджувати ВАР в Україні найближчим часом, чи все ж таки футбол не потрібно втрачати свою динаміку? Та причому тут потрібно або не потрібно? Якщо весь світ йде до цього, і ми бачимо, що в багатьох епізодах це приносить користь, то чому б і ні? Звісно, так. Не можна до кінця сказати, що это на 100% хорошо, а 100% плохо. Но ВАР довольно эффективен, если есть сомнительное взятие ворот, поэтому, конечно же, он нужен. Що ж, таким був коментар головного тренера «Динамо» після матчу його команди із Дніпром.